Привет, друзья! Российская авиация довольно активно использует вертолеты К-52 на Украине, вооруженные управляемыми ракетами «Вихрь». Из-за большой дальности поражения цели ракетами «Вихрь», а она достигает 10 километров, получить качественное видео, где видна уничтоженная цель, довольно сложно. Тем не менее, периодически видео, где видна поражаемая цель, появляются. Одно из них – кадры удара российского вертолета К-52, управляемой ракетой «Вихрь», в редкую украинскую санитарную модификацию военного транспортера МТЛБ. Видео снято в районе Новомихайловки. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.